Стеллы с ценниками на бензин для водителей, как трейлеры фильма ужасов. За топливо практически на всех АЗС Прибайкале опять приходится платить больше. За последние дни литр вырос в среднем на 50 копеек. Для некоторых жителей это серьезный удар по кошельку. Дмитрий Черняховский один из тех, для кого машина – средство заработка. И к очередным переменам молодой человек оказался не готов. Каждым месяцем, по-моему, сейчас дальше будет все хуже и хуже. В том плане, что у тебя есть такое-то количество средств, и ты будешь разбивать так по неделям, что вот я столько-то залил, столько-то, и, по-моему, ну просто уже пересаживаться или на велосипед, или на общественный транспорт. Наверняка уже об этом не раз задумывались многие водители, ведь с начала текущего года стоимость топлива на разных АЗС Прибайкаля поднялась на 3-5 рублей. При том, что доходы у земляков так стремительно не растут. Средняя зарплата жителя – это 959 литров АИ-92, чего хватит на полгода. Правда, в той же Москве реально приобрести на тонну бензина больше. На западе страны не только доходы выше, но и топливо дешевле. Спросите, почему так? Отвечаем, причиной всему сырьевой рынок. Темпы роста оптовых цен, они значительно превышают темпы роста цен розничных. Как говорится, мы автозаправочные станции сколько можно сдерживают и отодвигают рост цен. Но это, к сожалению, тот вопрос, который невозможно разрешить в том ключе, не поднимая цены. На цену бензина также влияет и стоимость нефти. Например, в апреле сырье резко обесценилось на бирже, и топливо тоже стало дешевле. Сейчас же наблюдается обратная ситуация, а специалисты заявляют, что нынешние цены – это не предел. Все самое плохое у нас с точки зрения финансов всегда происходило в августе. Это есть определенная сезонность, и экономисты всегда ее отсматривают. Поэтому в августе бензин еще может вырасти на рубль, на полтора рубля вверх. Потом этот рост приостановится, и какие-то только позитивные тенденции или там подешевление на 5, 10, 15 копеек мы можем увидеть в сентябре. Но уже сейчас понятно, что такое снижение водители не заметят, ведь существенным назвать подобное падение цен никак нельзя. Поэтому автовладельцам Прибайкаля остается только экономить и, возможно, искать альтернативные варианты передвижения. Альберт Домнин при содействии НТС, новости 360 Ангарск.